Добрый день, дорогие друзья! Вышли на прогулку. Анна на качели. Взяли с собой самокат. А вон Женя в городке бегает с Кирюшкой. Погода вообще замечательная. Такое ощущение, знаете, что вот, ну вот скоро, совсем скоро лето. Тепло, хорошо, солнышко. Ветра вообще практически нет. Сейчас немного погуляем, сходим в магазин. И еще сходим на озеро. Голубей хотели покормить. После прогулки с ребятишками зашли в Фикс Прайс. Пасту Колгейт тройное действие. Мальчишкам нужно было наушники взяла. Мне такие наушники нравятся. В принципе, 55 рублей. У меня достаточно долго с ними проходило. Влажные салфеточки всегда нужны в хозяйстве. Взяла себе вот такой коракс. Чтоб удобнее было нести с магазина, в него нагрузила то, что купила тут частично. Коракс хороший, с крышечкой, всего 99 рублей. Платочки ребятишки всегда с собой берут, мало ли что-то вытереть, обтереть. Пакеты для заморозки хорошие, крепкие, мне очень нравятся. Также купила детские брючки. На Аню взяла двое, а на Илюшку у меня только одни смогла найти. Такие хорошие качества, нитки нигде не торчат, производство Узбекистан. К низу такие заужены. Девочки в обзорах хвалят. Себе тоже все понабрали. А вот это для Ильи. Если, конечно, будут, я еще зайду в пару фикс-прайсов. Если такие будут, я обязательно возьму на лето по 200 рублей. Ну, просто вообще обалденное качество. Так, а вот это вот для Анечки. Тоже серый, но здесь вот такая штучка интересная сделана. На коленках складочки сделаны. Хорошие, тоже легкие, хорошие, хорошо прошитые. А я себе взяла гетрики. Тоже мне очень нравится. Знаете, я права, прошлый год качество тоже вообще отменное просто. Тут еще такие по низу узорчики. Кружева. Очень хорошо смотрится. Ну и сам корекс. Такой небольшой, хороший. Хороший, толстый пластик. Дорогие друзья, мы вышли из МФЦ с Егоркой. Здорово. У нас теперь у Егорки есть паспорт. Теперь я взрослый. Да, теперь можно будет летом трудоустроиться. Сейчас поедем, еще в Сбербанк заедем. Нам нужно ему карточку молодежную оформить. У нас теперь мы не парень успеем. Большой. Должна и своя карта быть. А, который этот? Сгнил? Понятно. Приехали на дачу бабушке помочь. Славик пока выгружает машину. Привезли опилу, парник тут. Так, по мелочи удобрение, рассаду. А? Почему нет? Знаю, сейчас посмотрю. Славик с работы опил привозит. Бабушки потом клубничные грядки посыпают и дорожки, чтобы сорняков не было. У нас сегодня еще Анютка с нами. Пошла бабушке там помогать, обследовать дачу. У нас дача тут у бабушки небольшая, 8 соток. Домика нету, у нас есть сарайка, теплицы. Ну, конечно, летом хорошо, зелень, красота. Такая небольшая дачка в черте города, в глубине дачного сообщества. Здесь хорошо, машин мало ездит, воздух хороший, свежий. Вот это вот здесь огуречная грядка. Это вот здесь у нас кусты крыжовника. Потом, конечно, когда уже будет позеленее, это все, конечно, снова вам покажу дачу. Сейчас пойдем дальше, покажем вам. Это наша сарайка тут у бабушки. Старенькая. Планирую в мае новую строить. Анечка, ты куда побежала? Ага, вон ты. Ну смотри, только в грязь не упади.
Сейчас я покажу. У нас здесь на даче есть небольшой карьерчик. Здесь, когда я была маленькая, еще в детстве, мы приезжали на дачу первым делом, бежали рыбу ловить с удочками быстрее, а не бабушке помогать на даче. Сейчас, конечно, он уже мельчал. К концу лета здесь уже, конечно, вообще воды практически нет, выкачивают. Ну и, соответственно, рыбы тоже нет. Сколько раз пытались сюда, карасей привозили, и с икрой, и маленьких, и больших. Ну, как-то они у нас здесь не разводятся. Сейчас Славик пойдет бабушке помогать, нужно будет обтянуть огривом огуречную грядку. Бабушка там хочет посадить, посеять семена салата, редиски. Анна все с машинкой возится. Привезли наши бархатцы на дачу. Нам-то они уже не нужны дома. Они у нас уже, смотрите, цвести скоро будут. Низкорослые. На окружающий мир, который мы семена садили. А бабушка потом их возле капусты посадит. Укрывают гречную грядку. Сейчас еще немного по торцам нужно будет сделать и гриль. Прикрепить. И бабушка начнет сеять.